Так, иду домой с работы. Сейчас переоденусь, быстренько в огород копать картошку. Покажу вам, если настроение и вдохновение будет. Холодно, шо капец. Ветер дует, иду, блин, мороз по коже, мурашки, мурашки. Замерзла. Как я копать буду вообще? Офигеть. Ну и наконец-то, слава богу, все мои дровишки попиленные. Вчера добросовестно рассчиталась с пилильщиком. Сегодня все доделал. Это вот оставил мне на материалы, так сказать. Сказал, на забор понадобится. Придется еще это нахрен таскать опять. Куда-то прятать, совать. Ладно, сейчас пойду картошечку копать. Покажу вам урожайчик. Ой, вчера успела накопать. 8 ведерок высыпала, чтоб дождь не замочил в гаражик. Сейчас еще попробую. Это с 4 рядков. Сейчас еще попробую. Может, осилю 4 рядочка. Так, вот показываю вам. Вот тут вот я начала вчера. 4 рядка выкопала. Кстати, я вам скажу, всегда жалела мужа. Думала, как же ему нелегко приходится вот это вот подкапывать лопатой. А в этот раз же сама копаю. Так вы знаете, лопатой гораздо проще, чем вот это вот потом коряжиться, выковыривать ее руками. Так что женский труд, я вам скажу, равносилен мужскому в этом плане. Сейчас еще продолжу вот эту латочку, сколько осилю. Надеюсь, что еще 4 рядка успею пройти. Ой, люблю, когда такая картошка. Наверное, все-таки урожай. 2 куста выкопала всего лишь. Видите? А уже больше, чем пол ведра. Ну, пол ведра хорошо, не больше. Ну, здоровая, во какая.